Был один забавный случай. Это было 1 апреля. Значит, была уже отметка, значит, что-то там уже метров 200. Это было 89-й год. Уже, значит, подходило уже к финишу. Значит, мужики собрали манекен, штаны, монтажный пояс, там, куртку, набили, значит, тут травой или чем-то, значит, одели каску и сбросили сверху, и орут. А там, значит, тут ближайшие увидели, значит, туда-сюда, у вас упал человек с башни. Вот такой забавный случай. 1 апреля, скажешь, шутка у нас была. По-моему, в 89-м году, 1 апреля, снарядили, ну, форму одели, там, каску, там, все прочее, набили, там, всякие тряпками и сбросили сверху. Вот тут сразу звонки, там, человек упал туда-сюда. Вот, я говорю, мужики, вы что, сдурели, что ли? Это 1 апреля было. Хорошая шутка. Да, это была 1 апрельская. Ну, я вставил пистона, конечно.